Этот год для Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника щедр на события. Одних только юбилеев два. 145 лет со дня открытия городского губернского музея, в котором до революции располагались основные экспозиции, и 160 лет тюремному замку. Сейчас музей не только культурный, но и туристический центр. Недавно на его территории открылся хостел «Узник». О прошлом, настоящем и будущем комплекса расскажет Ольга Куричко. Это здание губернского музея построили в 1886 году к 300-летию города. К этому времени коллекция, собранная энтузиастами, уже представляла 5 отделов уникальных экспонатов. Например, вот эти бронзовые бляхи относятся к первой половине II века до нашей эры. Посетители могут в полной мере познакомиться и с природой края. Белый журавль у нас, или стерх, 1923 года. Серый журавль, 1917 год. У нас одна семья, вот бабушка с тремя внуками, она постоянно приходит. Тут помимо того, что животных, еще есть занятия с ними. С 2008 года после реставрации архитектурных памятников музей ежегодно вводит по одному объекту показа. Тобольский музей – это огромный комплекс. Это Кремль, это архитектура, это ландшафты. Кремль на сегодняшний день – это порядка 42 объектов. И из них, значит, открытый к показу это 10 объектов. Сейчас, в честь предстоящего праздника, зал судебной управы сотрудники погружают в годы военного времени. Личные вещи Ольги Голубевой. Тоболячки, участницы Великой Отечественной войны. Здесь представлен ее шарфик, в котором она совершила 600 боевых вылетов, и маленький талисман собачка. Современные мультимедийные технологии оживляют предметы. В прошлом году музей посетили 140 тысяч человек. Мы сделали акцент на восстановление исторической действительности. То есть дворец наместника – это исторический орган власти, и мы представляем историю правления Сибири. Тюремный замок – это пенитенциарная система, и мы представляем историю существования тюрьмы в Тобольске. Архиерейский дом – это представление православия Сибири. Летом в гостином дворе готовятся показать историю сибирского предпринимателя. А в 2017 году намерена открыть музей царской семьи. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время.